9 февраля – это Златоустьев огонь, Златоустов день. По приметам, на 9 февраля можно определить погоду на ближайшие дни. В народном месяцеслове день получил название Златоустьев огонь или Златоустов день. Православная церковь 9 февраля почитает память святителя Иоанна Златоуста, византийского церковного деятеля, который славился своими псалмами и проповедями. С особым вниманием в этот день относились к огню в печи. Чтобы в семье были достаток и мир, печь нужно затопить так, чтобы все поленья одновременно занялись, чтобы устье печи стало золотым. Златоустьев огонь. Для этого дня заранее сушили дрова и щипали лучину. Иоанну Златоусту в день его памяти молились о помощи в отчаянии и просвещении разума к духовному учению. Еще 9 февраля читали заговор от зубной боли. Лазарева суббота, Златоустов день, у кого зубы болят, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели. Сегодняшний день можно также использовать и для прочтения заговора на успех и власть над людьми. Только делать это нужно в полдень. Пойти к трем церквям, в каждой поставить по свече и мысленно прочитать заговор. От огня воск свечи мягчеет, вниз по свече стекает, так бы и раб Божий был покладист и мягок, передо мной Божьей рабой, как внимают люди проповеди, так пусть не знают отказов и мои приказы. Аминь. А еще в этот день читали заговор для детей на послушание. Чтобы ребенок послушался, дайте ему что-то съесть из ваших рук и про себя скажите. Как ты с моей руки ешь и пьешь, так ты и мне свою волю отдаешь. Во все дни, во веки и навсегда будешь ты слушаться меня. Аминь. Именины 9 февраля отмечают Гермоген, Дмитрий, Иван и Петр. Если 9 февраля ослепительно белая луна, это к холодам, красноватая к ветру. Если после метелей на снежных сугробах закруглены гребни, а на полях волнами лежит снег, то будет хороший урожай. Облака против ветра плывут к снегу, стекла запотели к теплу. Дурной приметой в Златоустов день считается мыть голову, дарить и получать подарки. Существует мнение, что 9 февраля через подарки могут навести очень сильную порчу. Сон, увиденный под этот день, не исполнится, но, возможно, он и не пустой. Люди, родившиеся 9 февраля, хранители домашнего очага. А в качестве талисмана им подходит сверкающий алмаз.